Накануне на площади Победы зажгли свечи памяти. 9-й год подряд область участвует во всероссийской мемориальной акции, посвященной Дню памяти и скорби. Калужане зажгли символические огни памяти за тех, кто не вернулся с поля боя, и тех, кто защищал родину в тылу. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Июня, накануне Дня памяти и скорби, собираются жители нашего города, молодежь, ветераны. И здесь, на самом святом месте для всех калужан, на площади Победы, зажигаются свечи и вспоминают те огромные жертвы, которые понес весь советский народ в Великой Отечественной войне. Сегодня здесь такие общественные организации, как «Молодая гвардия», «Волонтеры Победы», видите, в основном молодежь. Который был совершен нашими предками, он очень значим, и его никогда нельзя забывать. Это лишь малейшее, что мы можем сделать, знак благодарности нашим предкам, которые отдали свою жизнь ради нас, ради всемирного неба над головами. Я ребенок войны, родилась в 42-м году, и хожу в память о своем отце. Он у меня погиб под Ржевом. Для меня это самый святой праздник, День Победы и самый печальный начало войны. У меня и прадед, и прабабушка, они все воевали, для меня это очень важно. Мы помним эту войну, мы уважаем тех людей, которые нас защищали в те самые годы. Мы уважаем их подвиг, и мы готовы их поддержать даже спустя многое время, после того, как это все закончилось. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.